Для чего пряникам сироп? Такой частый вопрос мне задают, когда я делаю какие-то элементы на прянике без заливки и рассказываю про то, что нужно пряник смазать сиропом. И тут возникает много вопросов, как это, для чего это, а не будет ли пряник липкий, а зачем это нужно, а можно ли сироп покрасить и так далее. Итак, что у нас есть? У нас есть заготовки, вот такие вот красивые прянички. Работать мы будем с лицевой стороны на этот раз. И есть сироп. Это смесь сахара и воды, один к одному. Видно, сахаринки там плавают. И мы хорошо размешиваем так, чтобы у нас сахар растворился в водичке. Я сейчас промажу пряники сиропом, а потом расскажу, для чего и как. Смотрите, когда мы мажем, мы мочим кисточку. Кисточку, видите, использую вот такую широкую. Хорошо промазываем пряник, но стараемся сделать так, чтобы жидкость на прянике не оставалась. Вот смотрите, мы промазали, и видно, что наш сироп сразу впитывается в пряник. Так сделаем со всеми пряничками. Я закончила промазывать. Сейчас разложу пряники, и вы посмотрите, как они выглядят после того, как на них нанесен сироп. Вот те первые прянички, которые мы делали, уже практически сухие. Так, для чего сироп нужен на пряниках? Когда вы рисуете на прянике густым айсингом без заливки, то есть высокая вероятность, 99%, что ваш айсинг отколется от сухого пряника. Пропитка пряника сиропом дает дополнительную сцепку айсинга с пряником. И даже если вы поставите просто одиночные точки на прянике, они на нем и останутся. В такой технике можно делать классические пряники, когда вы покрываете рисунком пряник, козульное тесто, козулю, без нанесения фона, без заливки. Сегодня мы тоже с вами задекорируем простым способом наши прянички. И как раз в данном случае сироп будет как никогда кстати. Я использую густой айсинг белый для того, чтобы создать контур. Нам потребуется черный и нам потребуется белая заливка. Два цвета белых, но разная консистенция. Рисуем на лицевой стороне. Глазки и рот не закреплены на заливке, как я уже сказала, и есть вероятность того, что они очень быстро отколятся. Но не в нашем случае, так как у нас прянички промазаны сиропом, мы можем за глазки и за ротик не переживать. А еще эти прянички вы можете украсить сверху листиком пуансеттии или какой-нибудь другой новогодний декор.